Конкурс управленцев – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В целом она объединяет более 20 проектов, в их числе и Олимпиада для студентов «Я профессионал». За 2 недели более 3000 студентов подали заявки на участие. Таким образом, Чувашия вошла в десятку регионов-лидеров по числу регистраций. В 2019-2020 учебном году Олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный отбор, смогут попасть на профильные зимние школы. Это образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые и активные студенты со всей страны. Для них лекции и мастер-классы проведут ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые, топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов организуют 18 зимних школ в разных городах страны.